Слава, слава Господу. Bu İsa Mesih olduğunu söyleyen bir adam tarafından yönetilen gizemli bir Rus tarikatının hikayesi. Что он сын Бога? Он живое слово. Tarikat Sibirya'da izole bir yerde huzur içinde yaşıyordu. Ta ki kolluk kuvvetleri yaşadıkları yeri basıp lideri Vissarion'u gözaltına alana kadar. Eski üyeleri tarikatın büyük sırlarının olduğunu açıkladı. Были глупости, были гибели взрослых и детей в результате неоказания медицинской помощи. Ve gurularının da iddia ettiği gibi biri olmadığını söylüyorlar. Конечно, обманывал. Как это? Конечно, обманывал. Я считаю, что он воспользовался просто людьми. Peki gerçek Vissarion kim? Vissarion ve Son Ahit Kilisesi üyelerinin evi burası. Tarikatın 4000 üyesi etraftaki köylerde yaşıyor. İlyana Vissarion'la 1995'te tanıştığında 17 yaşındaydı. Короче говоря, когда я просто его увидела, вот эти голубые глаза, у меня просто потекли слезы. Он вот обнимал и улыбался. Я помню, что он вот улыбался, гладил и улыбался. У меня лились просто слезы. Vissarion olmadan önce Sergey Torop bir trafik polisiydi. Birkaç yıl önce başka bir BBC belgesel ekibi pek çok kişinin öğretmen dediği bu adamın gizemini aydınlatmaya çalışmıştı. Are you a guru? Are you the son of God? Are you a reincarnation of Jesus? Это неинтересный вопрос. На него лучше не отвечать. Дерево находят по плодам. Они по названию. И я жила вообще в других, как бы, ну, скажем, состояниях, энергиях, что ли. Я не плакала, то есть я занималась, ну, боевыми искусствами, и у меня не было такого плакать или там что-то. Он вчера сказал, что от Бога. Вот и сейчас будем проверять, от Бога он или нет. Я связи с тем, что вы заявляете о том, что вы являетесь манифестацией Христа, хотел бы вас попросить просто назвать или прочитать вопрос, который сейчас находится у меня в левом кармане. То, что мне дано, мне дано. Но это не значит, что я должен показывать этого каждому желающему. Vissarion'un kilisesi yazdığı 18 ciltlik Son Ahit'e dayanıyor. Prensipleri Ortodoks Hristiyanlığa, Budist ve çevreci fikirlerin eklenmesiyle oluşmuş. İlyana 1990'larda Vissarion'un öğretisini temel alan yeni bir toplum inşa etmek için Sibirya'ya ilk gidenlerdendi. Поднялись мы большой бригадой. Это было 8 молодых парней, все были молодые парни. И я готовила еду. Мы были с мужем, я готовила еду. Жили все в одной палатке, 8 мест. Вот большой такая, как это называется, военная палатка брезентовая. Поставили печку и пошли в зиму в этой палатке. İlyana'nın kurulmasına yardım ettiği toplumun huzuru, geçen yılki silahlı federal güvenlik servisi baskınından sonra bozuldu. Baskında Vissarion'un yanı sıra Son Ahit Kilisesi lideri Vladimir Vedernikov ve Vissarion'un sağ kolu olan eski pop yıldızı Vadim Redkin gözaltına alındı. Bu üç adam gasp, fiziksel ve psikolojik zarar verme suçlamalarıyla karşı karşıya. Güneşin kentinde konuştuğum müritleri ise Ütopya'da yaşadıklarından emin. Ama ben yine de Vissarion'a yöneltilen suçlamalarla ilgili daha fazla bilgi edinmek istedim. Было сложно уехать, потому что родители не хотели меня отпускать. Это было все с полицией. Это было, я написала заявление о том, что мне не дают мои документы. Меня удерживают здесь. Анастасия bu topluluğa annesiyle birlikte 12 yaşında katıldı. 3 yıl sonra ise evden kaçtı. Маме моей на тот момент было 30 лет, наверное, она как-то захотела этой сказки, потому что в городе жить с двумя детьми в разводе, это, сами понимаете, достаточно сложно в городе Минске. İlk yıllarda tarikat müritlerinin yalnızca kendi yetiştirdikleri şeyleri yemesi kuralı uygulanıyordu. Sonraki yıllarda bu kısıtlamalar gevşetildi.
просто убежала, потому что не могла жить там без мяса, без яиц, без сахара, без муки. Но все, кто приезжие, мы все вот ребятишки, мы не верили в это все. Мы просто думали, что наши родители сошли с ума. Critics have accused you of brainwashing and embezzling your followers. What do you say to the critics? Грустно. Но как еще здесь отнестись? Это неизбежность, которая необходимым образом впоследствии поменяет и характер жизнедеятельности человечества. Стоять там, все туда. Виссариона yöneltilen en ciddi suçlamalardan biri, hastalanan ya da yaralanan müritlerinin tıbbi yardım almasını yasaklamasıydı. Были ли нарушения прав детей? Были. Elena Melnikova, Виссарион ve iki yardımcısına karşı ifade veren en az 8 kişiden biri. Были глупости, были гибели взрослых и детей в результате неоказания медицинской помощи. 12 yıl boyunca kocası ve çocuklarıyla tarikatta yaşadı. Я вот открываю текст циркуляра о питании, в частности, антимедицинская заповедь. Познавай себя. Отныне плоть должна сама себя излечивать. Болезнь в большинстве случаев есть наказание за неспособность удержать плоть в своей гармонии с природой. Elena bu emir yüzünden öldüğüne inandığı çocukların bir listesine sahip olduğunu söylüyor. Я знаю точно, у нас в Качульке был случай, когда мальчик родился в семье многодетной. У мамы в беременность была краснуха. И до года развивался нормально, а потом остановился в развитии. Мама не лечила его, он умер. Это выдержки из Последнего Завета. Alexander Storoverov Güneş'in kentinde yaşıyor ve basın sözcülüğü görevini yürütüyor. Надо понимать, что это не обязательно, потому что нам везде как бы инкриминируют, скажем, то, что у нас какие-то запреты, какие-то принуждения к чему-то. Этого вообще не существует, в принципе, ни в каких вообще областях нашего учения. Никаких запретов, есть рекомендательные. Скажите, пожалуйста, как надо лечиться? Лечиться? Как надо лечиться? Только духовно. Ваше излечение плоти будет происходить исключительно из изменений духовной ткани. Тысячи. Это четверть от квартиры. Это при том, что я неверующая, я была против. Муж вот просто был настолько с головой во все это ушел. У него глаза стеклянные были. И пока у нас были деньги там, у нас еще и постоянно выклянчивали их вот на общинный дом. И однажды я пришла в общинный дом, что-то мне нужно было. У них заканчивался ужин вечером, осенью. Я увидела, сколько еды они выбрасывают. Я одной женщине сделала замечание, говорю, мы живем, вот, ну, да, у нас еще есть деньги от квартиры, слава богу, муж не все отдал, да, но мы варим столько, сколько съедим, вы что творите? Вам дают. И она идет и так через плечо мне кидает, один дурак кормил, следующий придет, будет кормить. Я сказала мужу, что больше ни копейки, ты просто развращаешь этих людей. Естественно, и бывали такие случаи, когда люди отдавали полностью деньги, особенно в первые годы. И тогда, на тот момент, мы не видели каких-то негативных последствий. Но если человек добровольно отдает, такая практика есть везде. Если смотреть, например, точно так же человек может прийти и отдать все деньги свои на строительство православного храма. Они пугали этой планеты Нибиру, которая вот-вот прилетит, вот, и все вообще кругом загнется. Я уже не помню, в каком году она должна была быть. Мы все сидели, ждали день Х, запасались, я не знаю, там, едой, учились якобы жить вот в таких условиях, потому что будет конец света.
но он не случился, и все сказали, ну вот, видите, мы очень старались, и поэтому он не произошел. Вышел Виссарион и сказал, говорит, знаете, а я хотел посмотреть на вас, поведетесь вы или нет. И вот это было издевкой, просто вот, ну, последней издевкой. Güneşin Kenti'nin ilk kurucularından olmasına rağmen İlyana'dan dağdaki evini terk etmesi istendi. Burada anlaşmazlık yasak olduğundan emri uygulaması gerekiyordu. Учитель сказал на тот момент времени, то есть он сказал просто говорит это самое благоприятное. Люди, которые приходят сюда, они понимают то, что это жилье, которое у них, оно своего рода как бы не их, оно как служебное. Ну, представим себе вот как в армии, да? Человек пошел, он стал военным, он понимает, что его послали в этот гарнизон, потом его сняли, послали в этот гарнизон. Это же не считается чем-то ненормальным, правильно? И я вначале просто рыдала, когда сказали спуститься с горы. Но потом вот это самое благоприятное, то есть это для меня действительно, это настолько было важно, как для человека. Вот я в танцы погрузилась, а муж мой в бандарку. Но вы вспомните, что говорилось о втором приходе Христа, о том, что как молния обнесется по всему миру, что все узнают, что спустится на облаке. Знаете, сейчас интересно в интернете такие находишь взаимосвязи. И оно как-то очень похоже все, как-то сценарий так очень похожий. Я убеждена, что это вот просто группа мошенников. С самого первого дня у меня Виссарион вызывал ощущение человека, выучившего роль, причем плохо выучившего роль. Он сын Бога. Он живое слово. Потому что то, что он говорит, ну для меня там нет никаких противоречий. Конечно, обманывал. А как это? Конечно, обманывал. Я считаю, что он воспользовался просто людьми, сказать, что, заявить, что я мессия, заявить, что будет конец света. Это обман, я считаю. Виссарион'un farklı insanlar için farklı anlamları var. Fakat kaderine Nisan ayında çıkacağı mahkeme karar verecek.